Если кому-то, может быть, хотелось пройти быстро, не получилось. Ошибок делать нельзя в этом важном деле. И вот, допустим, законопроект по транспорту, о котором сегодня говорили, он сейчас будет дорабатываться. Почему вот жалко, что я это коллеги сказал. Он будет дорабатываться с учетом того, что у нас очень большая страна. И если, допустим, вот просто представить в условиях центральной части России, в городе, возможность человека попасть на транспорт или туда тебя не пустят, то представим себе удаленные регион, где не каждую неделю летают вертолеты или там легкомоторный самолет или какой-то другой транспорт, а температурный какой режим там, а условия какие. Вот все это удалось благодаря разветвленной системе партийной работы и депутатского корпуса нашей фракции проработать, взвесить, довести, согласовать. При поддержке президента это было согласовано и с правительством. Принято вот это решение, которое позволяет сейчас в рабочем порядке, без спешки и, самое главное, без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным судьбам, по конкретным людям.